Всем-всем добрый вечер, я сегодня с вами Джамалетдин Мурадов и вас приветствую на свой его канал Дальнобой ТВ, Green and Road 2003. Так, ребята, у нас сегодня понедельник в 2023 году и у нас сегодня, как обычно, обзор про приватная сборка на номер 40, то есть под наш актуальная версия 1.47.2.1s. Как бы так, ребята, пред осмотрением моего гайда я вас попрошу, подписывайтесь, ставьте лайк, а для тех, кто не подписался, советуем, рекомендуем подписаться на моего канал Дальнобой ТВ Green and Route 2003, для того, чтобы не пропускать всякие полезные гайды, видео, обзоры, ну и так далее. Также хочу отметить, что для тех, кто завтракает, обедает, ужинает, также им приятного аппетита, также приятного просмотра. Что ж, ребята, обзор будет продолжаться краткого и интересного, так что, ребята, особо не переключайтесь. Обзор, погнали, всем приятного просмотра. Так, ребята, версия игры у нас 1.47.2.1s, как бы не стимовская. Пиратка все свое дело выполняет отлично. Ну, я, например, начал писать там типа New Promo, то есть New MPH Pro 1.47. Так, то есть, ребята, здесь у нас, почему я начал назвать приватная сборка аддонов, то есть там, короче, там все вот это коннектора и все паромные сообщения, они все только коннектор и паром, они все платные. От автор Max Track Simulator. Так, попадем в раздел мода, спустимся с самого как обычно. Что ж, поехали. Сибирь Map от 10 Avoid 2.6.0 устанавливаем. Устанавливаем. Приступаем. Сибирь Map Fix от GRGMS Master Fixes 1.47.1.2 устанавливаем. Приступаем. Удаляем железнодорожное сообщение. Из Фармачевская до Калаис, из Калаис до Фармачевская, с помощью GRGMS Master Fixes устанавливаем. Приступаем Южного региона Fix 1.47 устанавливаем. Fix, который исправляет, убрать все вот это КамАЗы там, миксера там, всякие вот здесь указано, типа все есть же трафики КамАЗы, все вот это КамАЗы, она удалена, исправлена. Южного региона Fix 1.47 устанавливаем. Приступаем. Английское название от GRGMS Master Fixes, а для тех, кто чаще будет использовать свободную камеру на территории Южного региона, ставьте высоком приоритета. Приступаем. Великая степень 1.0. Один, как бы, промотовская версия с таким макаром. Assess Package, Defend Map Package. Приступаем. Road to Aral. Версия 2.0, как бы 1.46. Исправлена для 1.47. Устанавливаем. Приступаем. Английское название. Великая степень. Great Step. Для тех, кто чаще будет использовать на территории Великая степень, я имею в виду свободную камеру на территории Великая степень, от автор GRGMS Master Fixes устанавливай. Приступаем к Corfu. Corfu от TerraMap Time версия 1.4 с таким макаром. Model Defend Map. Приступаем Road to Asia 1.7 от автор TerraMap Time устанавливаем с таким макаром. Assets Package, Model Package, Model 2 Package, Definition Package устанавливаем. Приступаем. Volga Map 1.47 устанавливаем. А по поводу вот этого Volga Map из официального сайта я ссылку про него оставлю в описании. Группа ВКонтакте. Короче, он от Александр Настеров. Короче, карта дорога Поволжская под 1.47. Карта содержит города Тольятти, там Жуглёвский, Сержрана, Волжская и Сенная. Сенная. Для работоспособности необходимо совместимость с RusMap
2.47 устанавливаем фикс. Uno fickle, а не фик... Как оно... Как... Uno fickle. Una fickle. Короче, ну, я вроде бы с английским плохо разбираюсь. Разберитесь сами, короче. Английское название Волгамап от Жереги вместо Мастерфиксеса для тех, кто будет использовать английские названия на территории Волгамап. Свободная камера. Ставьте высоком приоритета. Приступаем. Латинская Америка. Файл скачивается из официального сайта. Я ссылка про него оставлю в описании. С таким макаром. Мара, подскажи 1. Мара, подскажи 2. Мара, подскажи 3. Мара, подскажи 4. Приступаем. DLC Power Cargo EAA. Для тех, кто будет возить негабаритный, различный негабаритный груз, ставьте высоком приоритета. Приступаем. DLC Heavy Cargo Pack. Также для работоспособности нуждается DLC Cargo Heavy Cargo Pack EAA, как бы. Приступаем. DLC Volvo Construction EAA. Ставьте высоком приоритета. Приступаем. MH Pro с таким макаром. Part 1, Part 2, Part A, Part B. То есть по 3 Part A, 3 Part B, Part 4. Так, как хотел отметить, ребята, как я хотел отметить, что приватная сборка, то есть смотрите, один приватный, два приватные и три приватные и четыре приватные. Также я про них, я ссылка оставлю в описании, чтобы вы могли с ним связаться, что там, короче, смотрите, каждый стоит под 1 доллар стоит. Американский валют 1 доллар, то есть и вам надо его как бы из официального сайта Max Tracker, от Max Tracker вы можете его купить. Там, короче, вам скажут, чего предоставить, что делать и так далее подобное. Так, и приступаем. Гран Утопия 1.15.1. Гран Утопия, который чисто адаптированно исправляет под 1.47, то есть его теперь можно без фиксов зафигарить, потому что предыдущая версия к ним была фикса, теперь это фикс больше не понадобится. Устанавливаем и приступаем. Европа, Гран Утопия, устанавливаем. MH Pro Южного региона, фикс, устанавливаем. От Жереги Мест Мастер Фиксес. Так, MH Pro EAA фикс, устанавливаем. Приступаем. Так, Евроафрика. Версия той же версии 1.4. А, то есть 2.4. То есть, прошу прощения. 2.4 под наш актуальной версии 1.47. Приступаем. Фикс Евроафрика. Фикс, ставьте высоком приоритета. Приступаем. Линхарс, то есть Линхарис и Вигас. Между них есть не дорожное сообщение, а есть дорожные мосты, там дорожные всякие разные, типа как суровка сделана. Поэтому особо как бы не переключайтесь, потом вместе с вами все пройдем, посмотрим, что к чему. Ну, естественно, приступаем. Русмап 2.47, подскажи. Устанавливаем с таким макаром Model Package, Model 2 Package, Definition Map. Устанавливаем. Приступаем. Fix Rusmap SR12 от автор симка, устанавливаем. Приступаем. Так, Сибирь Time Zone Fix, устанавливаем. Приступаем. Рекламная билибоард, рекламный щит. Но это пожелание. Хотите, ставьте, хотите, нет. Дело ваше. Устанавливаем. Приступаем. Ялта. Или Алта, там типа того. Алта. Алта 1.5.1 адаптировано, исправлено под наш актуальной версии 1.47. Приступаем. Фикс от Жереги Мест Мастер. Так, ребята, по поводу фикс хочу отметить, что
Без этого фикса у вас Ялта работать не будет. Ну, то есть как работать не будет? То есть и будет работать, но с другим модовой картой работать не будет. Поэтому вам обязательно нужна этот фикса для того, чтобы возить груз из Алта до Англии или там до Стоковой Европы или на самом в Россию или там Евроафрики или Латинской Америки и так далее подобное. От автора Жергемес Мастер Фиксис устанавливаем и приступаем к Краш Фикс. Ну, ребята, по поводу вот этого Краш Фикса особо я не понял, но я случай я его ставил в высоком приоритете. Приступаем. Кировская область 1.3 доступная. Приступаем. Также он то же самое как на Алта. Ставьте в высоком приоритет, чтобы вы могли спокойно возить груз из ну на прямые заказы или на груз биржи и так далее подобное. Ставьте в высоком приоритете. Приступаем. Паромное сообщение. Где я Ярсан там или там типа того. То есть Кировская область и Петербург. Между них есть паромное сообщение. Приступаем. Полон деталей ребилдинг. Адаптировано, исправлено под наш актуальной версии 1.47. Устанавливаем. Приступаем. Приватную, как хотел отметить, что приватный коннектор, то есть приватное дорожное сообщение, полон детали rebuilding и RusMap. То есть без этого вам не удается из Варшавы или там ну из Варшавы там еще там где все с Лицы там по-моему да до там Беларуси или там Москвы или там Петербурга да то есть вам не удается возить груза поэтому вам надо его как бы ставьте в высоком приоритете чтобы контачило нормально ну и естественно приступаем AirHot и приступаем AirHot 1.0 как бы и приступаем к проекту Руминия 1.47 с таким макаром. Подскажи 1, подскажи 2, подскажи 3, подскажи 4, подскажи 5. Приступаем. Фикс. Без этого фикса у вас вот это AirHot работать не будет. Поэтому в случае вам необходимо понадобится вот это. Также, если что, я ссылку оставлю в описании. И там ASG Addon 1.47 устанавливаем. Приступаем. Локализация Азербайджан, Греция. Локализация это, по-моему, для всяких различных язык типа того. То есть и английская, кореан, романьян, russian, turkish, belgian и polish and german, как авайлабли, короче, хочу, чтобы вы сами разбирались, а то я с английским плохо как бы дружусь, поэтому new устанавливаем. Версия 2. Приступаем. Проект Кавказ 1.47 устанавливаем. Приступаем. Проект Кавказ Map Combo Fix устанавливаем. И приступаем. ROX плюс ASG, полон деталей ребилдинг, RusMap, Южный регион. И приступаем. Приступаем. MH Pro ROX Extended Fix 1.47. Как хотел отметить, он тоже платный. Он и исправлено коннекторы, исправлено фиксы и так далее подобное. Как бы переработано Max, ну то есть и Max Track и Жерри, они оба как бы вот это фиксы сделаны, да. Он, как хотел отметить, что он платный. Он платный, как хотел отметить. Он стоит 1 доллар стоит, 1 американский доллар стоит. MH Pro. И приступаем. Сью де Франция. 1.7, как бы адаптировано под 1.46, исправлено под 1.47, устанавливаем. И приступаем. Fix MH Pro Sud de France устанавливаем. То, ну, ребята, вот это, ну, ничего не поделаешь. То есть, смотрите, 1, 2, там, 3,
три там, короче, три там и где еще? Четыре как бы, да? Четыре и еще там, по-моему, где-то есть у нас. А, все. Вот это четыре, вот это четыре коннектора парома, они все как бы приватная версия. Также, если что, я про них, я ссылку предоставлю по описанию. Войдете, посмотрите, что к чему. Ну, естественно, Жан Майен замыкает Жан Майен, версия 2.2.1, адаптировано, исправлено под нашу актуальную версию 1.47. Устанавливаем. Ну, естественно, пока моего случая, будем использовать ProMods High Quality Background Map. Устанавливаем с таким макаром. Ну, высоком. Ну, там уже дальше ваш личный мод, который вы хотите установить, который нет. По вашему усмотрению, при правильном активаторе мода принимаем применить. Продолжаем. Ну, не знаю, там пока на моего компа загрузка займет где-то 29 минут. Не знаю, ребята, как-то так получилось, что каждый после сохранения профиля и после так, сейчас это дело у нас также немножко. Ну что ж, ребята, как мы видим, все это дело у нас загрузилось. Как обычно, здесь ничего делать не будем. Попадем в карту. Маленько попадем. Ну что ж, ребята, как мы видим, добро пожаловать. Сборка на номер 40. Ребята, то есть смотрите, начали все исследовать. То есть и по такой причине, что много. Ну да, я имею в виду, если вы хотите сказать, что у тебя ничего не исследовано, по такой причине, что много дела, много работы. Поздно приходим, чаще устаем, как бы даже иногда бывает, что во время стрима начинается мне уснуть. Поэтому, ребята, как-то так у нас с вами получилось. Так, поехали, с чего у нас сборка начинается состоять. Это у нас глобальная EAA, Латинская Америка 1.47. Дорожное сообщение. Линхарис, Вигас, Вига, Линхарис. Так, Сью де Франция, Русмап, Полон Детали Ребилдинг 1.47, Грейт Степ, Великая Степень, Роторал. Теперь, видите, ребята, обратите внимательно внимание, переделано полное, переделано Роторал. Роутуарал. Так, Сибирь Мап от 10 Авойда, который добавляет Тюмень, добавляет полно перестроено Екатеринбурга, добавляет Березовская добавлена, как бы 10 Авойда. Так, Роутуазия 1.7, дорога в Азию 1.7, как мы видим. Так, что еще у нас? Да, сюда еще можно пихнуть, конечно, Юго-Восток Азия там и там и так далее подобно. Так, Южный регион 1.47 фикс, с Крымский перевал. Не знаю, ребята, просто видите, как бы вот жалко, что как бы нету свободного времени, чтобы по всей этой территории исследовать, посмотреть, что к чему. Так, Корфу, пожалуйста. Евроафрика от Макс Тракер Фиксис. Так, Жан Майен, постараюсь, чтобы ни одного вещи не пропускать. Да, я еще сюда забыл установить Мали, ну где вот кусочек Индия добавляет, там два города там. Что еще мы здесь имеем? Ну, как хотел отметить, что сборка на номер 40, да. Волгамап, пожалуйста, Волгамап, Волгамап, которая исправлена со М5, как бы исправлена М5, как бы М5 исправлена. Так, ну, Русмап-то, не знаю, как вам, но у меня слов нету. Все вот это часто переделано,
Как видите, как мы видим, все я начал исследовать на стриме, я начал кататься, вот столько удалось. Но в дальнейшем еще прокатимся, посмотрим, что к чему. Для этого от вас потребуется подписка, лайкус, поддержка моего канала. И также я продонатил, ссылка закрепим по описанию, либо ссылка продоната оставлю по описанию, для того, что моего цель оптимизировать свой комбо. Ну, надеюсь, вы меня поняли, о чем. Если кому, конечно, не сложно, для меня это очень будет приятно. Так, полон деталь ребилдинг, Русумап, пожалуйста. Ну, такая сборка, ребята. Катайтесь, не катайтесь, дело ваше, конечно, но сборка, как хотел отметить, что сборка приватная. Почему? Потому что как-то так у нас и у вас как-то так получается. Потому что если без этого коннектора, без парома, то может быть начинает выдавать вылета. Это еще не все, конечно. Так, это у нас Ялта 1.5, которая адаптирована, исправлена под 1.47. Киров-Кировская область, пожалуйста, как хотел отметить, что паромное сообщение. Шахунья, паромное сообщение. До Петербурга, где у нас Питер? Вот Петербурга, как видите, как мы видим, паромное сообщение идет у нас с этого, как его, Шахунья, да, то есть... И Ярсан как бы уже как бы замыкает с Фармачевска, как видите, как мы видим, начали удалить из Фармачевска до Калаис. Это где у нас долгозаслуженный Калай? В Калле. Видите, удалено паромное сообщение, железнодорожное сообщение, то есть, да. Ну, ребята, такая сборка, ребята, не знаю, там... Дальше посмотрите, я постараюсь, все ссылки оставлю по описанию, но вот это по поводу коннектор и паром, который там Семхапра и Латинская Америка, и Семхапра Полон Детали Ребилдинг и Сью де Франция, они, к сожалению, идет приватная версия. Они как бы стоят деньги, за каждого вам надо у автора купить $1, но вам я ссылка про это автор я оставлю в описании, если кому так будет интересно, там есть еще, кликните по еще там, там пролистайте, все ссылки найдете по описанию у автора. Вам, к сожалению, вам надо вот это коннектор и парома, вам надо у автора приобрести, чтобы, ну, чтобы у вас все сработало, все работало, как начали располагаться. Ну, такая сборочка, проект Румыния, пожалуйста, со проекта UKRSK, как бы, версия 1.47, конечно, вот, ну, не знаю, ребята, дальше еще, дальше уже, как бы, сами посмотрите, что к чему. Я успели только исследовать из Вена до Гомеля, как бы, там дальше уже, как бы, между Гомель там... Ну вот, как бы, Россия и там Беларусь и так далее подобное. Ну, не знаю, это у нас Русмап 2.47, Русмап, как бы... Ну, не знаю, ребята, дальше уже, как бы, сами посмотрите, что к чему. Ну, это у нас, как бы, проект Кавказ, который себя добавляет, там, Ксезмос, Дебринг и Махачкалы, паромные сообщения. Баку, Туркменбаши, Баку, как бы и так далее подобно. Это у нас Азге, это у нас Южного регион, который исправляет трафик, убирает все вот это различные КАМАЗы и так далее подобно. Вот. Также я про него ссылку оставлю по описанию, как бы войдете, посмотрите, что к чему. Вот, ну, а дальше уже как бы, дальше уже сами как бы посмотрите, что к чему. Ну, ребята, катайтесь, не катайтесь, дело ваше, это еще не все. Также здесь у нас есть, как она там, Гран Утопия, видите, я про Гран Утопия я забыл, конечно, Гран Утопия. Вот, Гран Утопия, которая, как хотел отметить, которая исправляет без фикса. До этого дня было с фиксом, то есть, да, теперь он будет исправлять без фикса, там просто
ставьте Гран Утопия и Гран Утопия, чтобы стоковая Европа работала и так далее подобное. Ну, а так больше вроде бы я перед вами ничего не пропустил. Ну, Корфу-то Корфу, греческие острова как бы. Эрхот, пожалуйста. Эрхот как бы. А так все больше ничего сверхъестественного. Но, ребята, сборка советуем, рекомендуем. Ссылка про все ссылка в описании. Сборка у нас с вами была приватная сборка на номер 40. Ну, я уже как бы повторить не буду. И уже надеюсь, что вы меня поняли, о чем, конечно. Ну, не знаю, ребята, катайтесь, не катайтесь, дело ваше, если сегодня или завтра, если на днях, если будет время, на стриме прокатимся, посмотрим, что к чему. Для этого от вас потребуется поддержка моего канала, подписка, лайков, поддержка моего канала. То есть, как говорится, наша работа, ваша забота. Вот, поэтому как бы как-то так. Что ж, ребята, надеюсь, гайд кому-то было полезно, гайд кому-то помогло. Подписывайтесь, ставьте лайки и пишите в комментах, что вы будете думать по поводу такая сборка. Вот, сборка класс, сборка супер. Я уже как бы второй заказ я уже начинаю возить как бы вот на свой долго заслуженную Volvo как бы. FH2021, хотя дело не в этом, я просто имею в виду. Что ж, ребята, надеюсь, гайд кому-то было полезно, гайд кому-то помогло. Подписывайтесь, ставьте лайки, берегите себя, берегите своих близких. Всем пока-пока, до следующего выпуска стрима. Всем пока-пока.